Добрый вечер, уважаемые подписчики нашего музыкального канала, Осмелюсь предложить, как говорили в дореволюционной России, еще один инструмент, который сегодня поступил к нам на реализацию по нашему адресу. То есть, что здесь имеется? Здесь имеется, согласно чехлу, шуйская гармонь. Вот написано, шуйская гармонь. Вот. И теперь буду ее распаковывать. Вот это значит, это ремень для, не для гармонии, это ремень для, для вот этого чехла. А вот идет белый ремень. Ну да, белый, согласно и белому цвету гармонии, я так понимаю. Вот, так что, значит, сейчас медленно и верно буду открывать. Ну, это белая гармонь, очень интересный цвет, кстати. Это последние уже разработки шуйской фабрики. Иногда ее еще бжель называют. То есть, ну, цвет бжель есть такой. Вот. Вот, никто ее не открывал. Даже таможня, по-моему, она посмотрела все это по телевизору, по рентгену. Таможня, то есть... Никто не открывал. Видно, что заводская упаковка здесь. Упаковка заводская. Вот. Ну да, и паспорт на верхней стороне. Так что резать нельзя. Инструмент, мех в том числе резать не годится. Вот он паспорт. Вот он паспорт. Ну, конечно, надо очки одеть, чтобы прочесть, что здесь написано. Вот, что здесь написано. Так, сделано в России, ну это ясно. Двуголосая гармонь, то есть с разливом двуголосая, 25 на 25, ля мажор, чайка 204. Вот он, что называется, свежий этот паспорт ее, да? Вот. Год 2024, 2024 год. Вот, ну значит, теперь... Непосредственно посмотрим на гармонь. Довольно симпатичная гармошка получилась на заводе. Вот. Вот такого типа. Вот такого типа. Повторю, я еще гжель называю. Гжель. Вот такое слово. Гжель. Ну, левая сторона, да, она здесь, что называется, упакована для перевозки. То есть она сейчас играть не будет, левая сторона. Ну, а правая... Ну, она из-за того, что левая, что называется, в таком в положении, в перевозном. То есть сейчас бесполезно играть. Я сегодня вечером буду играть на ней в любом случае. То есть демонстрировать ее звучание. Так что пишите, дорогие друзья, звоните. Наш номер остается прежний. А также фамилия моя остается прежней. С вами был музыкант Сергей Замбровский. До свидания, до новых роликов, до новых музыкальных встреч.